Добрый день, дорогие друзья. Вы находитесь на телеканале Eton TV. Программа «Неудобные вопросы» с Александром Вальдманом. На днях израильские средства массовой информации восторженно рапортовали об увеличении числа кибуцников. За последние три года их число увеличилось со 118 тысяч до 123 тысяч. При этом следует отметить, что на сегодняшний день доля кибуцников среди всех израильтян составляет всего 2%, в то время как на момент создания государства они составляли более 6% от всего населения молодого еврейского государства. Что скрывается за этими цифрами? стоит ли радоваться по этому поводу, нам поможет разобраться Алекс Вексер. Алекс, добрый день. Здравствуйте, господин Вальдий. Алекс, в Израиле мне довелось побывать в самых разных кибуцах, кибуцах, вернее, правильнее говорить. Я видел те, которые похожи на швейцарские деревеньки, видел и те, которые похожи, скорее всего, на советские разбитые, разваленные колхозы. Скажите, пожалуйста, неужели израильская молодежь ринулась поднимать отстающие кибуцы или в их действиях все-таки известная доля прагматизма с учетом нынешней ситуации на рынке жилья и прочего? Я могу сказать, что если бы отцы основатели кибуцного движения, с которыми я еще столкнулся почти 40 лет тому назад, в мои первые дни в Израиле в кибуце, знали бы о том, за счет кого и как увеличивается население кибуцов, они бы, наверное, перевернулись в гробу. Потому что те, которые приходят сегодня, приходят для того, чтобы дать хорошее воспитание детям. Они даже платят за то пребывание свое в кибуце. Работают они не в кубице, они работают наружу. Угу. Но общая ситуация, общая остановка. Во-первых, так сказать, отсутствие насилия, которые так пестрят и шестрят наши города, или особенно наши, так сказать, новые шхунот, новые районы. Э, хорошее воспитание, хорошая обстановка, чистый воздух. Потому что зачастую кибуцы, особенно даже в Гуждане, это единственное место, где можно отдохнуть под зеленью. И можно так сказать, выйти спокойно на берег моря, не боясь о том, что у тебя кто-то украдет сумку, так сказать, или, э, или сделает еще более так сказать, хуже. Вы Помните семью в Батьяме, когда мама? Да была убита, когда там были своего рода разборки. Mm -hmm. Поэтому те, которые приходят сегодня, это средний класс плюс, которые платят за будущее своих детей и за будущее своих семей э, этой хорошей жизнью. И они платят за свое пребывание в кибуце. Они не работают в кибуце, так как в свое время это делал я, они не ходят на смены. Поэтому отцы-основатели э, считали бы, что ничего общего с теми четырьмя тысячами, на которые увеличились кибуцы, ничего общего не имеет этот самый приход. Прилет это свежая кровь. Я могу сказать, когда я попал в Кибуц, это было 39 лет тому назад, он был действительно уникальным местом, уникальным явлением. Я попал в Кибуц с самолета, я прилетел в 2 часа ночи, в 3 часа ночи в Израиль, попал утром на завтра в 8 часов в Кибуц. На берегу Средиземного моря Кибуц Дот -Ям, чистенький, красивенький. Ухоженные дорожки, ухоженные домики, эти поливалки, трещотки, когда каждый, так сказать, ребенок из детского садика, разбросанные, разбросанные площадки с детскими аттракционами, с детскими игрушками, так сказать. И мы, студенты Ульпаны, и все детишки хотели с удовольствием попасть под эту самую трещотку, случайно, а не случайно, чтобы облиться водой. Эти чистенькие, ухоженные э, старейшины кибуцов, которые ходили по дорожкам и всегда здоровались. Шаломлиха, шалом лиха. Мне, когда я ставил кибуц, даже не хватало это шаломка которые я слышал на протяжении каждого дня десятки раз. И в этих кибуцниках, в этих людях, без увеличительного стекла, и без очков, и без бинокля просматривалась Великая Российская империя до 17 -го года и первые годы, даже после 17 -го года, которая, так сказать, дала первых людей кибуцов. Я вам должен сказать, что это же, кибуц это уникальное место первый последний советский и первый российский посол в Израиле Александр Бовин сказал, что Израиль и кибуцы – это единственная утопия 20 века, которая получила право на жизнь в реальности, потому что кибуц моей молодости, в котором я был и тяжело работал, это было единственное месте в мире место, где осуществился лозунг, с которым мы родились в той стране, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Нигде в мире ничего подобного не было. И многие руководители многих стран, и не евреи, в свое время я учился в Кибуце и жил там с сыном президента Индонезии, с, с дочкой премьер-министра Мексики, или не евреи, они присылали своих детей в это место, чтобы они могли увидеть последнюю утопию уже несуществующего времени, несуществующего строя, построенного на полном равноправии, на полной, так сказать, спокойствии, гордости чести людей, потому что ничего подобного нигде в мире не было. И поэтому то, что происходит сегодня, нельзя отнести к тому, о чем мы с вами знали. Потому что в то время кибуцы еще составляли соль земли в этой стране. Алекс. И в армии, в самых ее ответственных частях то, что сегодня уже не существует, было среди летчиков 50% кибуцников, среди вся, самых отъявленных сильных сайрот, э, спецназов 50% кибуцников. Сегодня этих ребят уже сменили жители городов, новых районов развития, Олимхани дышим, кстати, многие из них российского происхождения. Отчасти именно об этом мой следующий вопрос. В своей книге воспоминаний вы пишете, что с приездом выходцев из СССР кибуцы надеялись на приток молодой свежей крови в свои стареющие дряхлеющие ряды. Как я понимаю, мы их разочаровали. Вы знаете, мне вспоминается, приходит на ум уникальная история, что хорошо отвечает, так сказать, на ваш вопрос. На мой, в первый или во второй день моего пребывания в Кубице я столкнулся с очень симпатичной Пары, которые были из Бессарабии, говорили по русски, чистенькие. Белые, они уже пенсионеры, но все равно работали. Они мне сказали, что я очень похож на их внука, который работал в одном из посольств Израиля в Латинской Америке. Он был в армии танкист. Мне было приятно, потому что мой папа тоже танкист. И в первую субботу они пришли ко мне в гости в Ульпан. Это было метров 300-400 от их домика, я часто бывал у них, и принеси мне в подарок две книги, что меня очень удивило и зажгло у меня первые красные фонари. Эти книги были Кавалер золотой звезды Бабаевского и, и «Волоколамское шоссе Бека. Угу. Эти обе книги получили Сталинскую премию по, по, по литературе, одна по-моему 49 -го года, другая 50 -го года. Меня очень удивило, как может быть в израильском кибуце. На берегу Средиземного моря, в кибуце Анны Сениш, кибуце, где исторически находились еще места со времен походов в римлян в Святую Землю, могут оказать эти книжки. Я, конечно, с большим желанием принял это. Mm -hmm. Они действительно надеялись на то, что мы, молодые люди, молодые ребята, ведь на наших э, предках строились эти кибуцы, даст возможность кибуцу сделать следующий шаг вперед. Действительно даст им новой крови и новой силы. А кто были мы такие? Люди, которые хотели уехать от социалистического общества, от социализма, который у всех, так сказать, сидел, не знаю где, так сказать, отстачертел всем над. Мы хотели, так сказать, бороться за место под солнцем. Мы не хотели равноправия. Мы не хотели профсоюзов. Мы не хотели красных флагов. Мы не хотели всеобщего равноденствия 1 мая. Всего этого мы не хотели. Мы хотели приехать в свою страну, за границу, и жить такой жизнью, чтобы сильный был сильнее, умнее, умный был умнее и так далее». И это им ударило по кибуцному движению так сильно, что они на протяжении многих лет не могли это нам простить выходом Советского Союза. И это и отражает то, что среди кибуцников сегодня самый минимальный процент выхода из Советского Союза, а из тех, которые поддерживали, скажем, партию МАПАМ, которая основывалась на кибуцах, или левые движения, за них практически не голосуют русские, потому что совсем тем, что там была наша кровь, и мы были первые, и мы это устанавливаем. Сегодня мы абсолютно другие люди. И знаете, кому нужно благодарить за это? Советскую власть. Октябрьскую революцию, которая всем своим нутром доказала, что нет ничего общего между той идеологией чести, равноправия, которая, так сказать, стояла во главе вопроса, и тем, что было на самом деле. И поэтому то маленькое, уникальное, что еще осталось в Израиле, о чем говорил Бовин, как я вам сейчас сказал, mm -hmm. единственная утопия, имеющая право на жизнь государства Израиля и его кибуцы, не могло воспользоваться нашей свежей кровью, нашей силой и нашим будущим.